Сейчас количество людей, которые нас смотрят, это, конечно, потрясающее количество. Мы вам очень благодарны. И один из таких людей, прекрасная актриса. А давайте-ка мы сейчас ей прямо в эту секунду позвоним. Алло, Катерина Шпица! Алло! Алло, здрасте! Это что, интернет? Катерина, Катерина, привет! Мы видим, что вы, вы самая ярая фанатка Айвазовского, судя по картине сзади вас. Вы полагаете, что это Айвазовский? Почему нет? Если что, друзья, напишите, пожалуйста, что это за картина, и модель чайника тоже нам напишите, нам это важно. Нет, мы эту картину используем исключительно как инструментарий в обучении моего сына испанскому. Там вот сейчас, видите, желтый стикер висит. Так. И на стене написано «El cuadro», что с испанского означает «картина». У меня здесь кухня-гостиная завешена такими стикерами. Ребенок учится. Классно, классно, это удобно. Катерина, кстати, хочу спросить. Наверняка это будет вопрос звучать для вас впервые за время самоизоляции, но все-таки... Что еще раз? Удивите меня. Держитесь. Хорошо, что вы сидите, потому что от моего вопроса можно просто упасть. Так вот, как проходит ваша самоизоляция? Ну что, неожиданно? Нет, неожиданно совсем. Но я стараюсь каждый раз на него отвечать по-разному, используя великий и могучий русский язык в плане себя. Моя самоизоляция проходит приятных семейных заботах. Ничего себе! Ничего себе! Ну, и, кстати, я хочу сказать вам комплимент. Очень-очень редко можно во время видеосвязи увидеть человека в чистой, свежей, глаженной одежде. И, конечно, вам за это огромное спасибо. Я присела сюда. Это моя спортивная футболка. На мне тут спортивные леггинсы. Вот. Так что я покажу вам сейчас то же самое. Я просто тоже сейчас в леггинсах. Ладно, не буду. Это будет слишком для наших зрителей. Окей. То есть у вас такие заботы. Это хорошо. Но я знаю, что вы запустили в одной из социальных сетей проект со сказками. Что это за сказки? Что это такое? Будет ли что-то похожее, там, не знаю, для взрослых, когда будут рассказывать сказки, что доллар снова как-то немножко просядет, что нефть будет стоить $100 за баррель, что-то такое? Вы знаете, прелесть моего второго аккаунта, который посвящен сказкам, так, в том, что, оказывается, взрослые смотрят и слушают сказки с не меньшим удовольствием, чем дети. Серьезно? Что с ними не так? Поэтому нет никакого плана потом разделить этот аккаунт еще на два. Я бы пока не осмелилась назвать это проектом. Это громкое очень название. Это то, что я делаю в удовольствие, когда у меня прекрасное настроение, и я не готова, допустим, печь очередной тортик. И это время хочу сказкам. Я чувствую большое тепло внутри себя, которое разливается по всему организму, когда я это делаю, потому что я чувствую связь со своими подписчиками. Мне нравится, что люди смотрят, комментируют. И если хоть чей-то вечер моя сказка сделает добрее, теплее, уютнее, я буду только рада. Хорошо. Но пока это я куплю все аудиокассеты. Популярно. Практикуюсь. Пока тренируюсь. Классно. Катерина, но то, что вы говорите, что вы против каких-то громких заявлений, у нас многомиллионная аудитория. Здесь нужны громкие заявления. Расследование. Тогда мне надо на себя обязательство все регулярно делать. Я не готова. Окей. Ладно, хорошо. Ну, в таком случае про житейские вещи вас тоже хочу спросить. Вы... Мать, вы, во-первых, об этом признались, и это было вашим первым предложением. Так вот, и мы понимаем, что наверняка вы столкнулись и с дистанционным обучением. И кто больше на дистанционке делает уроков, вы или ваш ребенок? Мой ребенок, конечно. Серьезно? Как вам удается сказать, голубчик, давай-ка сам, мама занимается спортом? Не всегда получается, и, ну, как сказать, моя задача как присутствующего при выполнении домашнего задания родителя
просто объяснить значение тех слов русского языка, которые ребенок не понимает. У вас конечно, ребенок учит только русский? А как же математика? Так вот, когда ребенок делает математику, в математике есть задание. Так. А в задании, например, есть какое-то слово русского языка, которое ребенку непонятно. Ну, например, слово «в соответствии» или «последовательность». Ну, так, примером. Да. Поэтому мы свели в моей семье участие взрослых в выполнении домашнего задания, выполнение домашнего задания к мудрому направлению, наставлению. Иногда, конечно, мы бывали тут взрослые раздражительны. Конечно. Что мы лукавим? Я уверен, что мы сейчас с вами разговариваем, и многие родители, они, во-первых, сейчас очень грустно вздохнули, такие, а, они опять говорят про уроки. Расскажите нам, как не сойти с ума и как не возненавидеть ребенка, когда он учит домашку? Молодым родителям. У меня вопрос по-другому стоит. Ну-ка. Как не возненавидеть себя, когда помогаешь ребенку сделать домашнее задание? Да. Ну, дети такие ранимые. И, знаете, я очень долго боролась со своими нервами по поводу того, что у ребенка что-то не получается, а потом позвонила нашей классной руководительнице, она мне сказала такую простую фразу, после которой мне полегчало сразу. Она сказала: «Катя, просто перестаньте расстраиваться из-за того, что у него что-то не получается. Это сейчас не имеет никакого значения. В первом классе ребенок учится учиться. Самое важное сейчас – чтобы он не возненавидел учебу из-за того, что мама ходит рядом, вопит и переживает, что что-то ему непонятно». Ну, как-то ситуация выправилась. Первые 3 недели дистанционки были непростые. Сейчас мы продолжаем учиться. Круто. Теперь это по собственному желанию семей, без домашних заданий. Но мы хотим, чтобы сын до 29 мая продолжал учиться. И мы нашли, мне кажется, замечательный компромисс. Я могу себе поставить твердую 4 с минусом. Классно, классно. А давайте потом я напишу вам ВКонтакте, и вы мне порекомендуете, каким антидепрессантом нужно пользоваться. Наверняка это мне пригодится. Вот смотрите, мы помним про то, что существует работа, а у вас работа необычная, творческая, когда нужно проходить кастинги, когда нужно себя показывать. Как это сейчас происходит через онлайн? Мы пишем самопробы и отправляем видеофайлы нашим агентам, а агенты потом пересылают кастинг-директору. А, ну как, ну изи. То есть, в принципе, как и было до этого. За оператора, муж за оператора, ребенок. Да, у вас есть целая съемочная группа дома, вам удобно. Ребенок держит свет, микрофон, муж держит свое оборудование. Все идеально, идеально. Катерина, скажите, вот скоро, я надеюсь, все абитуриенты ринутся поступать в вузы. Что вы посоветуете ребятам, которые хотят стать актерами, которые решили, что для них актерство – это их путь? Как им сейчас готовиться? И самый главный вопрос – в какой фастфуд им нужно выбирать, когда они уже закончат обучение? Лапшу быстрого приготовления. Классика для молодых актеров, разумеется, разумеется. Так. Когда меня спрашивают какой-либо совет по этому поводу, я отвечаю обычно так. Вы знаете, у меня есть универсальный ответ, могу поделиться. Давайте. Не лезьте на это поле, оно уже занято мной. Отвечаете ли вы так? Нет, серьезно? Никогда так не отвечаю. Только думайте. Я в этом смысле очень рассудительная, серьезная, и сейчас будет философия. Я всегда говорю, задайте себе вопрос, прежде чем подавать документы в ВУЗ. А действительно ли я талантлив в этой сфере? Конечно, многие люди объективно на себя смотрят, но нужно четко понимать, действительно ли у тебя есть способности. И второй вопрос, ради чего я туда иду? Богатство хорошо, и слава. Хорошо, если рядом еще есть какие-то мудрые наставники, родители, которые по совместительству друзья, а не просто со скалкой стоят.
которые умеют объективно посмотреть на своего ребенка, друга, товарища и без своих собственных страхов просто сказать ему: слушай, да, действительно, у тебя есть талант, и мы тебе поможем его развивать. Когда есть талант, легко об этом сказать. Когда нет таланта, как сказать об этом? Мол, а попробуй тут... себя в водопроводчиках вначале. Это хорошая, хорошая, полезная работа. Можно обратиться к психологу для профориентирования. Хорошо. Мы взяли сейчас всю ответственность, перекинули на психологов. А почему нет? Они получают за это деньги. Все к специалистам. Все, блестяще. Катерина, вы знаете, у нас ВК-фест онлайн 2020 года. Это традиционно музыкальный фестиваль. И я хотел бы, чтобы на этом музыкальном фестивале мы с вами определились. Есть ли у нас какие-то общие музыкальные пересечения в наших вкусах? Вы не против? Давайте попробуем. Хорошо, у меня есть помощница, одну секундочку. Итак. Маруся, проверь нас с Катей Шпицей на музыкальную совместимость. Ваша совместимость 17%. Найденные совпадения. Кипелов, гражданская оборона. Вадим Казаченко, Туон Лимитед. Так, стоп. Все, хватит. Не надо меня топить. Не надо нас топить. Ну, слушайте, во всяком случае, у вас прекрасный музыкальный вкус. Разносторонний. Хорошо. Какую песню Егора Летова вы нам порекомендуете? Об этом мы узнаем, надеюсь, в следующем включении, если вы к нам еще присоединитесь. Я на это рассчитываю. А сейчас, что бы хотелось вам сказать. Огромное вам спасибо, Катерина, что вы удостоили нас своим вниманием, и для нас была большая честь с вами поболтать. Берегите себя и вашу семью. Спасибо. Обнимаем горячо. Огромное за этот замечательный... пятиминутный такой аттракцион. Это оно. Ну что, отправляем вас дальше заниматься иностранными языками с ребенком и заниматься спортом, конечно же. Это важно во время самоизоляции. Пойду отжимаю. Да. Чао. Пока. Хорошо. Всего хорошего. Да.